Доброе утро, друзья! Ну, точнее, уже добрый день. Утром, как вы видели, мы ездили по делам, уже давным-давно вернулись, и я сидела, работала, пока Арина спала, продолжает она спать. Сейчас надо быстренько обед приготовить и потом уже вести Артемия на подготовишку. Вот. Я сегодня в состоянии нестояния, потому что у меня, блин, болит горло, и я чувствую себя как выжатый лимон, и я еще плохо спала ночью, потому что Арина вчера переела изюма, и у нее ночью болел живот, и я меняла ей подгузник. Короче, я мало спала. Вот, и, конечно, вот это вот мое самочувствие меня, как сказать, угнетает в том плане, что мне надо в субботу хорошо выглядеть, а я не знаю, что у меня будет. Может, у меня не будет голоса. Может, у меня будет сильный насморк, может быть, температура. Но на данный момент мне просто хочется лежать и спать, и ничего не делать. Но я не могу себе этого позволить. Короче, я, видимо, от детей хватанула, потому что тут всякие маленькие девочки иногда то из моей чашки попьют, то еще что, они оба с остаточным насморком. Вот, видимо, все-таки меня наградили этой прелестью. Я уже дня два как-то себя странно чувствовала, но сегодня утром стало понятно, в чем дело. Вот, в общем, Артемий тут развлекается, сделал себе тесто. Только у меня проблемка есть. Какая? На том не хватило деталей. Я сначала делал вот это крокодил, это ты сам догадайся. Я вам сейчас покажу. Ля-ля-ля, так спать хочу. Рассказывай, кто здесь есть? Вот это мой мячик, он превращается в лепешку. Это лепешка, это змея, вот жаба, это тоже змея, это крокодил. Может, ты крокодила перелепить? Ну, перелепи. Ой, а он приклеился. Читаю комментарии и поняла, что совершенно забыла рассказать, но вписала это в заголовок. Я уже, короче, забегалась просто окончательно. А, у нас сняли арест с машины, да. И мы вчера ее продали. Вот. Так что все. Наверное, во вчерашнем влоге, да, я сказала об этом. Ну, извините, повторюсь. Я реально говорю, у меня такая каша сейчас в голове, там списки дел бесконечные. Вот, так что сейчас этим разгребусь и приду в себя уже, начну соображать нормально. Заранее отвечаю на вопрос, где Алишер. Алишер пытается разгрести работу, чтобы позволить себе 3 выходных вместо одного. А вот поэтому он тоже сегодня и вчера тоже носится как-то. Не знаю, кто ему еще сегодня вести Рексу. Вечером, поэтому надо как-то умудриться быстрее работу доделать. Вот, и еще очень понравился мне комментарий. Ну, как всегда, я знаю, в комментариях очень любят обсуждать, какая у меня плохая семья. А вот в этот раз прилетело в том числе моему папе, моему брату, который вообще там с папой я вижусь 2 раза в год, а с братом вообще не вижусь, и далее по списку. Друзья, не все люди хотят сниматься. Вы, наверное, да, вы видели, как 2 раза мы виделись с папой в этом году, мы, наверное, виделись уже 5 раз. Просто зачастую, когда мы с ним пересекаемся, чаечек там попить, пообщаться и все прочее, я об этом даже не рассказываю во влогах. То есть банально, он мог заехать ко мне в гости, посидеть, мы могли пообщаться, и эти 2 часа моей жизни выпадают из влогов, потому что он не любит камеру, он просит, не надо меня снимать, мне это не нравится, я не люблю, я не хочу, я его уважаю, и я слышу его желания, и я просто об этом не рассказываю. Все. Поэтому это такие очень милые домыслы. Ну, это как когда меня спрашивали, жив ли мой папа вообще, почему его нету. Он есть, мы общаемся. И со всеми другими родственниками мы общаемся. Просто я многое не снимаю. Я снимаю влог про свою жизнь. У меня дневник Алисы. Я рассказываю, вот что. Я сегодня зубы почистила, вот мой завтрак. Вот у меня живот болел после завтрака. А теперь, вот представляете, прыщ после завтрака выскочил. Вы все обо мне знаете. Ну, о людях, которые меня окружают, вы знаете мало. Потому что это мой блог обо мне, и я не лезу в частную жизнь других людей. Так что не надо, не обижайтесь. Мне реально обидно читать всякие гадости про хороших людей. Еще думаешь, блин, вот объясняй, не объясняй. Вот даже сейчас я объяснила, да, рассказала, как есть. Но кто не верит, все равно ведь подумает, господи, она может наболтать чего угодно. Мужчины, продолжите усилия прямо сейчас, вы получите гораздо более интересный результат в
отвела Артемия в школу, и теперь мне надо в магазины, короче, мне надо бюстгальтер купить, который, знаете, под облегающей одежды не видно, потому что мне не нравится, как под купленным нарядом сидит тот, который у меня есть. Вот, и хочу взять новый. Потому что грудью когда кормишь, грудь там меняется в процессе, в размерах. Вот, и поскольку мы уже на финальной стадии, минимальной, надо обновить сей гардероб. И мне нужны носки для Артемия белые. Вот, и я тут нашла на карте магазин рядом, и очень надеюсь, что в нем все будет, и мне не придется идти дальше. Мы сидим в кофейне. Эй, так не надо делать, ты сейчас коляску испачкаешь. Ариш, давай так не будем. Давай я сниму чехол. В общем, мне очень повезло, я в ближайшем магазине купила все, что мне нужно, и теперь у меня больше часа свободного времени, поэтому я решила посидеть, чай попить. Взяла пирожок, хотя, если честно, не хочу, но он красивый, и чай не хочется. Вот, и сидим, просто коротаем время, потому что сил куда-то идти у меня нет. Пирожок? Ну ладно. Я так хорошо посидела в кофейне. Так. Выдохнула, отдохнула, потому что серьезно, эти дни у меня не было времени на то, чтобы я что-то делала без мысли «надо скорее, надо скорее». И сейчас был такой релакс полчаса. Еще зашла в перекресток, ну, постелу взяла, Артемия увидела. Ну, вот, и иду за ним, но придется подождать, потому что не раньше времени. Но как же хорошо, когда можно передохнуть и выдохнуть, и не спешить. Но сейчас я его заберу и снова побежим. Надо будет забрать из постамата посылку с Алиэкспресс. Последняя как раз. Зайти на Озон. Я перезаказала кроссовки на размер больше. Мы забрали те, которые пришли вчера. Но я перезаказала такую же модель на размер больше. Если она подойдет, то возьмем их, а эти вернем. Ну, чтобы он их еще поносить мог, а то те ему впритык оказались. И заберем брюки из ателье. И домой собирать чемодан. Я, кстати, вон после пробежки даже ожила. Еще я столько чая выпила. 2 стакана. Так хорошо. Когда горячее пьешь, горло приятно. Забрали кроссовки на размер больше. А те вернем потом. Артёш, не надо так делать, пожалуйста. И все, осталось теперь за брюками зайти. И скоро мигает. И домой. Давай, давай, топай. А дома ура. Я соберу свой чемодан. Вот мой чемодан. На, Артемий собирается. Уберу все тетрадки и забью. Поворачивай. Всеми игрушками. Положу туда свой шкаф. А в него все толкаю. Ага. Утюг вытащим. Вот трепло-то. Рекси не нравится этот движ, который происходит. Я бегаю по квартире и собираю чемодан. Она знает, что дело пахнет керосином. Напряглась. Не надо так собаку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так нельзя. Так нельзя. Когда Рексу сильно достают, она встает и уходит. О, какая лапа! Арина, а что больше, твоя ножка или лапа Рекса? Лапа красивая? Да? Ага. Ой-ой, все, Рекси надоело. Ой, стала собачка. Сейчас папа ее заберет и отвезет на передержку. Я ее уже собрала. Сумочку с собой. Арина, не надо, пожалуйста. Рекса, наверное, думает, господи, опять по кругу. Скоро Арина начнет, как Артемий, наверное, глаза тыкать ей. Ушла. Ну, ты же ей больно сделала. Ну, вот ей не нравится. Мне не верится, но я это сделала. Я сделала все свои дела. И теперь мне осталось только загрузить посудомойку, съесть по традиции пару фруктов перед сном, пойти умыться и смонтировать влог, потому что завтра мне вставать
4 утра нам всем, поэтому надо сделать это сейчас. И сейчас 9:20, и я планирую оказаться в постели к 10 и заснуть к 10:30. Вот, как слышите, говорю в нос, у меня заложило одну ноздрю, начался насморк. Я вот так вот молюсь оклематься к субботе. Ну, если что, нафтизин мне в помощь, короче. Ну, самочувствие, кстати, стало намного лучше. Я с утра умирала просто, а сейчас я такая, только спать хочется. Вот, так что все. Завтра уже начну снимать влог нормально, без вот этой беготни. Не знаю, когда выйдет следующий выпуск. Я беру с собой ноутбук, но мы будем в поездке, и это с двумя детьми, и я вообще не могу спланировать свое время. Возможно, влоги будут каждый день. Возможно, это будет влог за все 3 дня. Короче говоря, я без понятия. Может, это как-то частями я буду объединять, но домой мы возвращаемся в понедельник, и, соответственно, со вторника уже точно все по графику. Так что не теряйте меня, могу немножко пропасть. Будем отдыхать и работать. Вот, все будет у нас, и то, и другое. Главное — держаться в строю. Вот у меня просто... Думаешь, так, поездка, все, главное, чтобы все было хорошо, и пожалуйста. Ну, я, наверное, просто устала от подготовки. Все, увидимся с вами. Не факт, что завтра, но в следующем влоге. Пока-пока.